И очень грустно, и очень грустно мне на свете. И по ночам всегда мне грустно. Очень грустно мне. Сильная грусть пронзает грудную клетку. Машины приезжают мимо, и люди. Это ничего не меняет. Наука, медицина никогда не станут лучше. Нас просто обманывают и держат за скот. Мне так грустно, небо, все во тьме. Если на небе тот самый Бог. Я иду на этажке, поднимаюсь на самый верх. Девятиэтажный дом здесь. Я смотрю чердак, чтобы можно было забраться вверх. По лестнице на крышу, и там я стою, ветер холодный, и затем я просто ищу место, чтобы лететь, не задев ни за что, и удариться точно одним ударом закончить это все. Один выстрел, одно падение. Этот грустный мир полон ужаса. Лишь ваши улыбки на пустых фантиках, которые просто исчезнут, а ваши души давно проданы, ваши фотографии в базе данных, где вы улыбаетесь, вы подходите этой системе, вас прекрасно здесь примет, вы просто стадо овец. И в систему вас пока что не тронет. Пока вы улыбаетесь и молча идете на работу, заводите семью и новых, кого пустят на бойню, но никто не заметил пейзажи на стене. Никто из вас не заметил и трупа на сером тротуаре. Посмейтесь, посмотрев в паблике криминальные новости, в закрытом паблике, где публикуют подобные. Мне так грустно, очень, не могу деться от печали, я грустно и печаль, и небо не важно какое надо мной. Голубое и белые.
тьма над головой, это не важно. Бесчувственный город из над небом. Нет ничего, там нет ничего. Молился я и плакал на коленях у храма и взывал высшим силам, но на небе нету, но на небе нету, но на небе нет, и на земле печаль. Как горько мне и грустно, мне очень грустно. Мои глаза, взгляни в них, они всегда такие, как синий океан, полный грусти и тьмы. Ты однажды сказал, что я видел тьму, видел тьму, видел тьму. Это правда. Я просто обрывки газет. Я всего лишь объявление разорванное. Всего лишь грусть. Я ветер обрывки газет. Вокруг витрины и так светло и радостно, и всем людям так хорошо на этом свете. Встречают восходы, закаты. Они не сочувствуют никому вокруг них, фоточки постят в Инстаграме и ВКонтакте, не подумают, не побрезгуют показать, как им хорошо здесь в жизни. Я просто иду среди них вдоль гниющих витрин. Внешне они, может быть, красивы, но внутри они трупные. Мне стало грустно еще очень давно. Это бывало очень сильными приступами.
Никто не помог мне, потому что я просто обычный юный русский никто. Я просто обычный юноша. Никто мне не хотел слушать. Им просто все равно. Разве может у меня быть депрессия? Разве могу я грустить? Разве может быть что-то, с чем бы я обратился к врачу? Они просто смеялись. И вот в сейфе полуавтоматический карабин, заряженный на 200 патронов, и он там хранится. И мне нужно просто один раз набрать нужный код и забраться повыше и оттуда прицелиться, как стрелял я в детстве из винтовки Второй мировой и дышал этим порохом. Это был такой прекрасный запах этого пороха от пуль. И сейчас я на крыше девятиэтажного дома, забаррикадировал все входы, никто не заберется ко мне. Я буду один наверху, пока я не умру. Такая сильная грусть. У меня не было антидепрессантов. Мне так грустно сейчас. У меня нет никого. Невероятная грусть. Бог не простит, но его нет, потому что он создал такой мир. Но я все равно верю в него. Пусть лучше меня убьют, чем я буду сам себя толкать вниз и падать на серый тротуар, который я всегда делал красивым. Для людей, для людей этого безразличного города. Так что можете стрелять в меня. Никто не заметил умирающий труп там внизу. Я включу эту легкую песню. Флуоксетина больше не будет нигде в аптеках. И никаких лекарств мне не выпишут, потому что стране не до этого. Полуавтоматический карабин в сейфе и пару таблеток на черный день скрасить. Я вижу, как вы улыбаетесь. Вы всегда так улыбчивы. Я забираюсь на небоскреб. Оттуда эти годы я чувствую лишь боль. Сначала боль в грудной клетке, потом ослепли глаза,
Затем позвоночник, медицина современная, но она сделана для контроля, а не для лечения людей. И у меня нету выбора, обезболивающие не помогают. Позвоночник разрушен, я взбираюсь наверх на своих костылях. У меня полуавтоматический карабин и много запасов пуль и две таблетки, чтобы быстрее умереть. И затем я начинаю стрелять, и меня убивает выстрелом, но я никого не убил. Меня убьют, и Бог скажет. К черту, что он скажет?